Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео на проекте Родина РП Центральный Округ. Муник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить муник при регистрации. Если вводите муник и проходите третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно вводите муник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня снова видео. И, пацаны, признаюсь честно, это моя самая любимая рубрика, которую я снимаю по Родине. Потому что трюки делать на машинах просто это мое самое любимое занятие. Я думаю, ваш тоже, поэтому, пацаны, давайте постараемся на этом видео набрать 70 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. 50 лайков вы спокойно набираете, но давайте на этой серии наберем 70 лайков. Если вы набираете 70 лайков, то я буду эту рубрику с трюками делать раз в неделю, то есть одно видео в неделю. Я думаю, это будет круто, поэтому, пацаны, не ленитесь, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Сейчас поедем, будем делать трюки, пацаны, найдем какие-то новые места, тоже будем пытаться, знаете, рандом как-то делать, потому что рандомные трюки лучше всего получаются. Поэтому, пацаны, всем желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Поехали делать трюки. Ну что ж, я нашел первое место. Это такое место находится недалеко от горели. Так, давайте вот так вот делаем. И сейчас давайте просто пизданем вперед. Хотя, скорее всего, сейчас она назад поедет. Сказал я и улетел нихуя себе. Блин, сейчас просто еще админов в сети много. И мне могут как бы дать пизды. Так, у нас здесь вот такой есть трамплинчик. И давайте пробуем его заюзать и полететь далеко-далеко. Там далеко-далеко есть земля. Та-та-та-та, нихуя, я-я. Охуенно, охуенная рубрика моя, охуенная. Как нравится мне взлетать вверх и улетать хуй знает где. Так, пацаны, короче, мы приехали в Южный, у меня тут какие-то жесткие фрезы просто, не знаю из-за чего. Но я хочу покорить вон ту крышу, короче, сейчас попробуем. Скорее всего, у меня это не получится, но давайте попробуем. Ну, бля, почти. А мы сможем этот матрас отлететь? Я думаю, сможем. Давайте попробуем, пацаны. Сейчас просто матрас будет нашим трамплином. Нихуя себе. Это просто жесть, реально. Сейчас бы от матраса делать трамплин, ну такое. Давайте сейчас еще раз попробуем. Бля, это просто, наверное, еще серия пожестче, чем была раньше. Сказал я и разбил всю машину. Нитро, нитро, оставайся с нами. Оставайся. Нормально. Даже не врезался, пацаны. Учитесь ездить, пока я жив. Я хочу на крышу куда-то залететь, и потом оттуда, может быть, куда-то полететь дальше. Так, попытка номер два, пацаны. И сейчас мы должны улететь просто... Давай, давай, давай! Почти, почти было, пацаны, было, было. Не надо тут мне. Ну, блин, почти то же самое. Я хочу на крышу залететь. Это, конечно, все хорошо, но хотелось бы именно залететь на крышу. Кстати, пацаны, тут есть еще один трамплин, только уже в другую сторону. Давайте, почему бы не попробовать на нем? Попрактиковать, так сказать. Сейчас в церковь, наверное, влетим, скорее всего. Ну, ладно, ничего страшного. Нормально. Заебись. Правда, обратно я перевернулся, сломался. Ну, все как всегда, пацаны. Но мне кажется, серия получается даже очень и очень сильно неплохая. Кстати, а что здесь за... А, это чей-то дом? Нихера себе, это чей-то дом. Я думал, что тут за фракция, типа, находится. Что за... Что-то какая-то хуйня получилась. Ладно, короче, поехали, пацаны, с этого места. Тут есть еще один интересный трамплинчик. Сейчас мы его посмотрим. Я думаю, будет довольно-таки круто. Ну, скорее всего, это будет последний трамплин, на котором мы прыгнем. Вот он, родной. Так, давайте пробуем на нем подлететь. Главное, чтобы не воду. Я буду ближе туда держаться. О, бочка получилась. Да. Я обратно чуть машину не разбил. Мне вот интересно, сможем ли мы отсюда залететь на мост? Вон там мост находится, а вот здесь мы. И давайте пробуем, сможем ли мы залететь. Это, конечно, все хорошо, но у меня больше ремок нету. Охуенно, пацаны, просто охуенно. Ну ладно, пацаны, не будем сильно много трюков делать, потому что в следующих сериях потом не будет что вам показывать. Надеюсь, вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.